29 августа 2022 года в Москве состоится вторая встреча государственных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы. Комиссию Азербайджана на встрече возглавит заместитель премьер-министра, председатель Госкомиссии Шахин Мустафаев. В итоговом заявлении, принятом после встречи президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Совета Европейского Союза 6 апреля 2022 года, в частности, предусмотрено начало переговоров по разработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией и создание соответствующей рабочей группы. Стороны договорились создать совместную комиссию по пограничным вопросам и, в первую очередь, начать процесс делимитации границы. В соответствии с достигнутым соглашением распоряжением президента Азербайджана от 23 мая 2022 года была создана Государственная комиссия по вопросам делимитации. Аналогичная группа сформирована в Ереване. Согласно договоренности, первая встреча по вопросам делимитации была проведена на Азербайджано-армянской границе. Встреча носила ознакомительный характер, и проведенные на ней обсуждения дают судить о том, что необходима основательная работа для определения общей позиции. Кроме того, учитывая тот факт, что Армения, вопреки своим обязательствам, препятствует реализации Зангезурского коридора и не выполняет другие обязательства, нет гарантий, что в этом направлении не возникнут определенные проблемы. Время покажет, будет ли достигнуто какое-либо продвижение на встрече рабочей группы 29 августа. Наряду с этим 31 августа при поддержке Европейского Союза в Брюсселе ожидается встреча между президентом Азербайджана, президентом Совета ЕС и премьер-министром Армении. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.